Напиши красиво. У Иринки игрушки в корзинке. Урок русского языка в одном из детских домов Ярославля. Десятилетний Денис, ученик 3 класса, выполняет задание учителя. После окончания занятий мы попытались поговорить с мальчиком, но, увидев камеру, Дениска замкнулся и не промолвил ни слова. Даже конфеты, несмотря на то, что наш сегодняшний герой сладкоежка, не смогли помочь завязать беседу. Незнакомые люди, и это всегда у него так случается. Когда человек приходит новый, взрослый, дитё какое-то, он всегда немножечко с осторожностью смотрит на людей и начинает к нему находить какие-то подходы. И он, и к нему кто-то, если это взрослый. На самом деле Дениска мальчик веселый, улыбчивый, добрый, отзывчивый, говорят сотрудники детского дома. Вот только нуждается в родительской любви и заботе. Подтверждение слов воспитатель Евгения Николаевна показывает портфолио, которое собирает каждый из воспитанников дома. Здесь все грамоты, фотографии, рисунки. Бережно относится не только к вещам, но и даже к памяти, к друзьям своим. И вот как раз вот фотографии у него, тут как раз видим, что вот он вот именно такой доброжелательный, лучистый мальчик. Хотелось бы надеяться, что уже в ближайшее время в Денискином фотоальбоме появится новая фотография счастливой и дружной семьи.